given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to... Так, друзья, сегодня 20 декабря 2021 год. Прибыли на парковку гипермаркета «Лента» Оксай. И сейчас будем эвакуировать. С нами два эвакуатора. Сейчас первый пойдет на эвакуатор. Так, друзья, и второй. На парковке для инвалидов. Тут видим чисто. Ну, за исключением некоторых водителей, нарушителей. Прибыли немного взбодрить нарушителей, так как давно тут не были. Так, первый поднимается. Первый пошел на эвакуатор. Хозяин, да, хозяин, да, пришел? Да, ну, инвалид. Так, пришел хозяин. Здрасте, а вы являетесь, да, инвалидом? А? У вас значка нету инвалида. Эвакуировали. Ну, у меня удостоверение есть. Эвакуировали бы. Вы в следующий раз, когда приезжаете, вот сюда ложите удостоверение на панель. А то сейчас бы забрали бы и все. Да, 5 минут бы еще. И в Оксай бы поехали за машиной. А как бы я поехал, я не лихожу. Ну, удостоверение сюда ложите на панель, чтоб видели. Так, тоже, наверное, хозяин пришел. Тоже, наверное, хозяин пришел. Назад ставит. В общем,
общем, вот так. Сейчас будем следующих эвакуировать. Так, друзья, приехал еще третий эвакуатор. Так, сейчас Nissan будет эвакуировать. Водитель пришел. Сразу все выходят. Так, дедушка является инвалидом. Видим эвакуация Макиза. Так, это инвалид. 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 Соответствующего значка инвалида. Инвалид. Так, Матис поднимается. Движение. Гляньте, товарищ инспектор, с тонировкой движения было. Так, водитель пришел. Так, это инвалиды. Водитель с тренировкой пошел на оформление данного автомобиля. Но инвалид, но с тренировкой все равно запрещено.
не имеет значения, инвалид или не инвалид. Так, водитель возвращает автомобиль. Пошел на эвакуатор. Здрасте, уберите автомобиль, во вторым рядом припаркованы. Что? Автомобиль уберите, во вторым рядом припаркованы. Я не припаркован. Припарковать и остановиться разные вещи. Ну вы стоите вторым рядом. У меня не остановка. Да вы едете. У меня не стоянка, у меня остановка. Не снимай меня. Вы едете? Я не снимаю меня. Не, вы едете. Тут вещи едут. Где? Едет. Так я стою, а вы едете? Еду. Ой, дурак. Ну едете. Очень медленно. Вот эвакуатор стоит. Ну стоит. Ну вы не едете, а стоите. Я не стою. А что вы делаете? Лица, с которого по которое время? Ну берите автомобиль. Да у меня и не пристегнут еще. Товарищ инспектор не хочет убирать. Говорит, я хоть еду. И перестегнитесь, водитель. И ремень не забудьте, раз вы едете потихоньку. Вот и пристегивайтесь. Общественный двигатель не остановился. Все инвалиды, да? Это все инвалиды. Вот так показал. А вот этот красный. А сейчас посмотрим. Есть, да? А вот этот белый тоже, да? Ну, сейчас пройдем туда. Да, лежит инвалид. Есть, да? Все. Все остальные инвалиды. Ага. Все, друзья, в общем, приехали на ленту, эвакуировать не получилось. Все нарушители вышли. И нарушители, и не нарушители. С нами были сегодня 3 эвакуатора. Вот, но все пустые поехали. Это все инвалиды. Так, это тоже инвалид подъехал. Давайте его уже, наверное, оформим, потому что он не понимает. В чем сложность припарковаться? Вот, припарковаться. Есть парковочные места? Хорошо, я подожду, когда вы припаркуете. Вас уже один раз предупредили, вы опять стали. Да убей свою камеру. Полюби, снимай себя. Кайфуешь, я что-то нарушаю. Вторым рядом паркуетесь? Я не паркуюсь, у меня не парковка, у меня остановка. Я имею право полное. В чем проблема? Чего вы имеете полное право для остановки? Да, все. Ну, что я делаю, чем я пользуюсь? Я не нарушаю, я законопослушный человек. Да что ты, черт побери, такое несешь? Припаркуйтесь, вторым рядом. Кайфуй, да? Да кайфуй.
мне парковаться не надо, мне нужно остановиться. Ну, остановитесь. Я остановился, там парковка, тут остановка. Здесь не остановка, здесь полоса для движения. Да, я имею. Вы создаете помехи для движения. Я не создаю, я имею право, правильно. Транспортное средство, останьтесь. Здесь нету знаков. Здесь нету знаков. Нарисовано у вас даже на полосе полосы для движения. Подождите, смотрите, я понимаю, я знаю дорожное полотно. Знаю, я читаю его как по книге. Здесь сейчас нет знаков, остановка, стоянка запрещена. Здесь парковка. Чтобы не создавать помех. Я не создаю помех. Вы создаете помехи, я вам еще раз поясняю, потому что вы вторым рядом стоите. На полосе для движения. Уберите транспортное средство с полосы. Скажите, пожалуйста, каким образом проходит остановка, если не находится на дорожном полотне? Есть специально выделенные места для парковки и для остановки, и для стоянки. Пристегнитесь. Давай я буду вот так. Ремень безопасности. Вам всего хорошего. Ребят, заступайте. У вас так. Просто мне заезжать туда, я большой. И, ну, есть проблемы. Ну, не хочу. Все, поехал. Так, ну все, друзья, навели порядок. На этом рейд окончен. Всем до скорой встречи. Ну, это все инвалиды. А то все. Скажете, сзади нету.